И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на сервере Savage с модом Ark Alive. В общем, вот такую хибарку я себе построил, нехилую хибарку я себе построил, сразу два этажа, замаздрять, что-то, блин, с подъемом наверх, все дела, а как вариант, здесь я именно буду располагаться, ой, упал, вот, ну, пока что все раскидал здесь, наверное, так оно все и будет. Вот, поставил дверь, поставил ворота, чтобы можно было завести свои дина, и, собственно, свои дина я и завел. Вот, такой вот домик сделал, ну, так сказать, чтобы хоть что-то было. И все, на этом все. Вот. В общем, по названию, я думаю, вы поняли, что я хочу сделать. По сути, у меня из собирателей пока что есть только трайк, но у меня нету летунов. Летунов, которые перевозят, так сказать, кого-либо. Поэтому за сегодня я хочу притомить Аргентависа и также хочу притомить этого, ну как там, Анкилу. Как мы все прекрасно помним, Анкила хорошо добывает ресурсы в плане металл и так далее. Вот, поэтому пока что буду томить обычную Анкилу. Да, вы писали в комментариях притоми, типа это... Отлично. Вы писали в комментариях притоми, типа этого... Господи, кого-нибудь водного типа и все в таком духе. Но, опять-таки же, к водной тематике мы вернемся, как говорится, всему свое время. Прежде чем погружаться под воду, нужно делать что-то снаружи. Так как у меня еще база не защищена. Причем конкретно так не защищена. Вот, и в этом, пожалуй, основная проблемка. Блин, а мне не хватает жрачки. Вот, поэтому, как бы, я считаю, что сначала лучше защитить свою базу, а потом уже будем что-либо дальше делать. Чтобы защитить базу, мне нужны фотонные пушки. Да, именно фотонные пушки. Так, а для этого мне надо автотурель. Автотурель, для этого надо штурмовая винтовка. Штурмовая винтовка, для этого мне нужна длинная винтовка. Длинная винтовка. Вот. Дальше штурмовая винтовка. Автотурель и фотон. Вот она. Если не ошибаюсь, она идет автоматически, все дела. О, ее на руках можно состряпать. Вот, в общем, а для чего же она мне нужна? Ну, какого-то левела? 70-го. Не знаю. Не знаю, пока что не знаю, ладно. Подожди. В общем, для чего мне нужна фотоновая пушка? Фотоновая пушка, она... не выключается. Вся система защиты выключается при выходе с сервера. То есть включается режим защиты и все. То есть режим антирейд, а вся система защиты выключается. Но фотоновое оружие, оно не вырубается. Фотоновые пушки, они не выключаются тогда, когда... ты выходишь с сервера. Что, собственно, мне и нужно. Мне нужно круглые сутки 24/7, чтобы стояла защита. Все, давайте вот эту анкилку притомим. 125 левел, практически максимальный. Максимальный левел 150, я напоминаю. Поэтому, как бы, 125 левел вполне неплохой. И неплохо, что она тут заспавнилась. Он заспавнился, опять мужик, анкила мужик. У нас, как обычно, будет добывать пищу. И не только пищу. Вот, поэтому как бы я хочу именно все фотоновыми пушками снабдить. Но, как вы заметили, требует она ресурсов. Я манал, сколько твою мать ресурсов ты требуешь. Вот, давайте еще раз посмотрим. Слиток металла, обсидиан, жемчуг, электроника и кристалл. Причем в таком немаленьком количестве. Вот, эта зараза требует.
Вот, поэтому как бы вот еще раз давайте посмотрим. Так, слиток металла 200, обсидиан 150, жемчуг 100, электроника 80 и кристалл 80. По сути это не сильно много, учитывая, что жемчуг у меня здесь добывается, обсидиан у меня тут недалеко, как бы, и слиток металла это вообще лажа. Собственно, для слитка металла мне ты и нужен, чувак. Короче, ты будешь мне добывать тонну ресурсов. Так что готовься. Вот. Но не в этом вся основная проблема. Основная проблема в том, что ему нужна... ему нужны снаряды. Снаряды, как я подозреваю, это вот примерно либо вот это. Нет, это Rifle Core. Я думаю, вот это вот Photon Battery будет. Нефть, гелиодильчика, кристалл и полимер. Для этого всего говна нужно гель-удильщика. Чувствуете, что нужно? Да, это либо подводный мир нырять и все добывать, либо делать, как от Зака, всякие обелиски и все в таком духе. Но я не думаю, что эти обелиски, халявные ресурсы и так далее, вот эти все жуки, они как-то так легко добываются, поэтому как бы к ним мы потом обязательно вернемся, как бы не проблема. Вот, но для начала мне нужно хотя бы добыть металла много. Для этого, собственно, мне нужен анкилом, мне нужен аргентавис, кетцель. Аргентавис, если будет возить анкилу, то его будет вполне достаточно. Аргентавис, понятное дело, какой-нибудь бальфач было бы неплохо, но для начала и обычный аргентавис пойдет. Вот. Дальше кетцель я буду ловить, обязательно я буду ловить и буду ловить как-нибудь, потом придумаю как. Вот. Да, как вариант, какие-нибудь стрелы, все дела, господи, всякого говна полно, так что что-нибудь придумаем. Вот, так что все, свои планы расписал, сейчас анкилу дотомлю, жрет она овца очень дофига, точнее он, у меня уже ягодок не хватает, так что не мажоберками буду кормить, а буду какими-нибудь другими ягодками кормить и докормливать уже. Да, как бы эффективность приручения будет поменьше, но зато я все-таки дотомлю, потому что что-то собрать я здесь не вижу никакой возможности. Возможности где. Вот. Так что посмотрим, что будет дальше. Ну что, притомил. Сделал седло, прибежал на базу, но бегает очень медленно. И как бы это понятное дело. Немножко решил подкачать скорость. Сейчас подкачаю скорость, потом уже буду дамаг вкачивать, чтобы добывалось больше. Кстати, я так и не понял, что за фаст пик. Ну, блин, даже на блуждание включался, все равно ничего не подбирает. Вот, не знаю, что за фигня. Может там типа это, чтобы крал и так далее. Ну да ладно, это все фиг да с ним. Что сейчас я хочу сделать? Я сейчас хотел же на Птера сесть. Погнали наверх, посмотрим, что у нас там наверху. Обычно наверху там всякие большие аргентависы и так далее. Я хочу сразу же какого-нибудь Басяо попробовать притомить. Хотя бы присмотреться, что да как, да где, что они из себя представляют и что для них нужно. То есть начинать не с обычного аргентависа, а именно с какого-то крупного, именно модового. Вот, ну на крайняк есть вот такие всякие аргентависы, то обычному тоже можно всегда успеть притомить. Они здесь есть. Ну, сразу же можно предсмотреть какой-нибудь Басяо левелом. 55-й, это, конечно, ни о чем. Вот, здесь, кстати, сосед, он там у меня есть, как оказывается, когда я уже переезжал, я только тогда и увидел, ну да и фиг с ним, думаю, пускай живет себе спокойно. Тут в чем прикол, если долго не заходите, да, там клеймо, получается, с динозавра спадает, и, а вот он. Вот он, кстати, альфа-волки. Вот. И можно будет притомить. То есть, если кто-то долго не заходил на сервер, то можно будет его динозавров перезатомить через 8 дней. Обычно игры. Аргентавис 5-го левела. Ну, кстати, можно попробовать его завалить. Тихо. Пролаги. Опаньки, отлично. Зачем завалить? Ну, птерчик-то надо качать. Птерчик-то нужно качать. Ёптель-моптель, а их там два, оказывается, было. Окей, валим пока что, валим отсюда. И прям сильно валим. Валим сильно быстро. Ёптель-моптель, там еще стая волков. Вот это, конечно, да.
Ну, что я хочу сказать. Пока что я в поисках. Я поставлю на паузу, чтобы вас сильно не утомлять всем этим делом. Вот, а там уже посмотрим, что будет, да как будет. Ой, он весь красный. У него, наверное, хп очень мало уже. У меня есть шансы убить его. Зачем? Ну, птерчик-то нужно качать. Бэмс. Мне надо птера качать. О, да. Лично. Зачем птерчика качать? Типа, ой, там ты можешь нормального притомить. Ну, это глупо. Так считать, что я могу, типа, вот сейчас пошел, взял, там, притомил любого и все в таком духе. Любой динозавр, любое животное, так сказать, которое у меня будет, он имеет вполне право, так сказать, быть раскачанным. И учитывая, что сейчас я бегаю на птере, то почему же я не могу качнуть птера? А что ж такая жирная эта сволочь, а? Уже аргентавис приперся сюда. Пошли все вон, ублюдки. Да, уж пока летал, нашел только альфа аргентавис и альфа рекса. О, а ты кто? О, прайм рекс это, конечно. Офигеть, да ладно, да откуда у вас это? Хеликоптерий. Альфач. Ну вот он. Ты кто? Тоже Хеликоптерий. Офигеть! Не, ну, конечно. Кто там, Прайм, да? Да, Прайм Рекс, это, конечно, да, это, конечно, прикольно, я не спорю, но что-то я очкую подходить. Я даже с ними, начнем с того, что я даже с ними не сталкивался ни разу. Нос к носам, поэтому не знаю, что от них ожидать и так далее. Вот, так что не будем слишком лишний раз рисковать. Да, у меня броня хорошая, но это не означает, что можно просто идти на пролом и бузить на всех. Вот, пока что я смотрю, облетаю и проверяю, что да где да как. О, Питер Гентайс. Отлично. Интересно, а что он хавает? Наверное, мясо. Раз мясо, значит, наверное, прайм. О, погнали наверх. Здесь же у меня была легкая. Да тут несколько легких добыч. Отлично. Вот, ну просто для меня как бы легкая добыча это... Ладно, харвест, отлично. А ты у меня... Ты у меня обычный анкил. Так, а ты у меня... Ты у меня на пассивке будешь. Такс. Ну что, будем пытаться добывать. Ёптель-моптель, а вас тут многовато, однако. Так, 15-й харвест большой, ну хотя бы... Не сильно большой, так что начнем с мелкого левела. Такс. Угу, он даже не чухнул. Значит, по тебе попрем. Такс. Если тебя томить... Слушай, наверное, надо будет томить тебя. Ну-ка, давай-ка попробуем. Попробуем. Притомить. Также как вариант нужно будет наркотик делать и так далее. Также как вариант нужно будет... Так, тихо. Расслабься, чувак. Чувак, расслабься. Вот. И не только наркотик нужно будет делать. Нужно будет делать там, если не ошибаюсь, зеленый бутылечек. Но он... хотя нет, подождите, он... А, ну да, он, по сути, торпор вызывает. Он не голод вызывает. Я уже привык к тому, что всякое говно у меня голод вызывает. Вот. Будет вызывать торпор, и что очень даже хорошо. Ну, давайте посмотрим, что в итоге сделает эта вся фигня. Но я не думаю, что что-то хорошее. Вот. И напишите в комментариях, кстати, что вызывает голод у животных в этой, так сказать, в этом моде. И есть ли такой, то есть, допустим, на Анунаке мы все прекрасно знаем, что вызывает голод. Это бутылечек, да? Есть ли здесь такая фигня или же нет? Угу. Ну, как бы не сильно быстро все это дело делается. Можно, конечно, так навкидывать.
Но торпорчика не сильно много. Ладно, окей, будем, короче, убивать его. Но Харвесту можно, тем более 50 левел, как бы не сильно большой, окей. Убьем, я надеюсь, прайм здесь добуду, может еще что добуду дополнительное, по идее должны Харвест кристаллы. Что с ними делать, мы потом разберемся, обязательно все разберемся, так что ни проблем, ни беда. Разберемся рано или поздно. Так. Отлично, отлично, отлично. Такс, ну я думаю, мне сейчас нужно траву собирать. Я думаю, лучше вообще сгонять на базу, сделать нормальный наркотик. Подождите, ягоды. Ягоды, типа, наверное, лучше или не лучше. Ну, можно ягодами, по сути, нафига больше заморочек с наркотиками. Да, так что сейчас пособираю ягоды. Вот, и уже попробуем. Там есть вот Speed Argentavis. Кстати, я не посмотрел, какой он левел, точнее, не заметил, какой он левел. Может, он левел-то не сильно большой, но все равно я хочу притомить, так сказать, надо чего-то... Ну, 85-й не сильно маленький, я вам так скажу. Вот, опять-таки же, да, мне легче начинать, у меня офигенная броня, у меня желтое копье на торпор, как бы, это я понимаю, да, но, опять-таки же... опять-таки же, что... Ну, стрелами я буду томить. Ну, я буду тратить еще сраного тучи времени. Ну, я думаю, вам суть-то дело не важно, чем я томлю. Вам самое главное, это результат. Поэтому, собственно, я и спер, можно так сказать, спер с базы именно данные предметы. Ну, а по факту взял. Йоу. Прайм Аргентайз. 135 левел. Прикол. Не видел. Не видел, честно. О, здесь еще прайм. В общем, напишите в комментариях про праймов. Мне это интересно, кто они, что они и так далее. Пожалуй, основное, насколько они босявые, мощные. И можно ли их томить? Вот, да, конечно же, черт побери, можно ли их томить? Вот, но я полетел на базу, думаю, трайкам легче всего будет собрать еду, нежели руками. Точнее, ягоду. Ну что? Припаркую, в общем, здесь своего птера. Нахапал нехило, так сказать, ягодок и... О, господи, это мамонт. Я пересрался. Нахапал немало ягодок еще прайм места. Так что... Как говорится, ноги в руки и вперед. Птер у меня стоит на пассивочке, чтобы сильно не бузил и не бунтовал, так сказать, когда я начну с кем-то драться. Вот, так что все пучком, пускай он там стоит. Блин, какой он быстрый! Это то, что мне сейчас нужно. Такс, окей, уберем в руки, копье и вперед. Ты гад! Зайди! Алло, блин! Ну куда? Эй! Чувак! Ты куда? Не, ну так, я так не играю. Я так не играю, ну в натуре, блин, я подготовлю. Все, я жду утра. Ну все, жопа. Я жду утра. Ну вот, сижу я, понимаешь ли. Жду. Наступление утра. И это. Ем мандаринку. И тут такая картина. Аллозавр. Альфа Аллозавр. 15-го левела. Блин, вариантов нету. Вариантов нету. Нет вариантов, говорю. Погнали! Спать нафиг! Спать, скотина! Спать, скотина! Спать, твою мать, скотина! Да поскольку мне хоть доможешь, а? А что ты в жопу, козёл? Не, нормально, нормально, нормально. Тут как бы вообще... О, я обосрался. Нормально, он даже нифига не дамажит, так что мне вообще на него пофигу. Так что, сплочечу, сказал, на тебе в пятку, я тебе найду твою ахиллесову пяту. И вообще, какого фига ты здесь? Ты был внизу. Слышишь, супостат драный, ты какого фига здесь появился? Ты внизу был. 15 левел, внизу ты был. Ну и, короче, я тебя завалю сейчас тогда. Так, самое главное, самому не упасть случайно. Ой, я его убил. Да ладно. Голдкибал. Ой, да ладно. Альфа Индоминус Рекс седло? Да ладно, перчатки. Токсик Блад. Дротики. Ки
Стих был самое главное. Это то, что мне сейчас нужно. О, да, я аж два раза обосрался. Ради такого стоило постараться. Офигеть. Ну, опять-таки же, да, броня, бла-бла-бла, копье, бла-бла-бла. Я не спорю, вы будете правы. Но, черт побери, я теперь могу тебя еще и починить. Вот это уже кайф. Не могу... А, только воркбенч, окей. Ради этого нужно построить его. Офигеть. Патент дарт фул оф транквил. В общем, типа, этот дротик полностью... как полностью накинет торпор, бла-бла-бла. Это, конечно, да, это прикольно. Здесь разработчики подошли к этому с юмором. Так, это скинем, это оставим. Извините, я вам мандаринку жру, я что-то это, по рефлексу закинул и хомячу. Выкап! Желтый, это выстрелить можно, и антиторпор. Это торпор, а это антиторпор. Офигеть! А я мучился, блин, в своего дракона, что вкидывал его вовнутрь, там пытался, метился, как в него попасть. Офигеть. Кстати, альфа-сердца и всякие эти кристаллы, они накидывают просто так. То есть, когда кто-то рядом вздыхает, да, он просто так может накинуться. Такие вот дела. Блинский, офигеть, просто по весу, я вам так скажу. Так, ну ладно, получается, сейчас мне вот это вот не нужно, вот это вот не нужно. Вес немножко освободим, вот это тоже выкинем. Ну, праймач пускай пока что лежит. И голд кибл, черт побери, голд сраный, мать его, кибл. Офигеть, короче, можно? Все, нет времени ждать. Твою ж медь, погоди. Там другой появился, лазал. Извиняюсь. Я подумал, это ты. Ну ладно, я твоего собрата завалил, и так что пофигу. Так. Где мой спидозный этот? Скоростной. Где этот спидигонщик? Вон где он. 85-й. Спиди Аргентавис. Какое-то мексиканское имя звучит. Текс. Давайте сначала посмотрим, куда я могу припарковать. Да нифига себе! Здесь я не могу припарковать. А здесь волки. Как-то все печально. Опаньки. В общем, вон там, вот где я вот тебе показываю сейчас копьем, вон там мой этот... Тихо. Мой птерчик сидит. Так. Ближе. Опа! Раз попал. Ближе. Да куда ты внутри, а? План перехват. Опа, попал, не попал. Киблу я с собой взял, и слава богу, попал, по крайней мере, он по мне. Улетает, значит, я все-таки попал по нему. Стой, гад! Отдай! Это моя конфета! Ну, это как в этом. Как Простоквашино. Стой, я тебе, гад, говорю. Тихо. Нифига себе, ты уже весь кровавый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, похавай, чувак. Похавай. Да стой, я тебе говорю, гад. На тебе. Тяжеловато. Пошел отсюда. Пошел, говорю, отсюда. Спать. И умереть. Так. Точно! Ты же на труп реагируешь. Так. Так. Так тяжело. Однако. Попал. Ближе. На! Промахнулся. Вот я кособланка, а. На тебе, натыря. Попал. Да ты ж в натуре, а? Это тяжело, однако, попасть по тебе. Да стой ты, гад! Опять на взлет! На взлет и вперед! Слышь, это моя фишка! Сюда спустился, я тебе сказал.
А, черт побери. Не, лук и стрела, лук и стрела, лук и стрела, лук и стрела. На, похавать я тебе принес. Черт. Из мемчиков в натуре прям. Не, лук и стрела, лук и стрела. Надо лук и стрела, короче, я пойду обратно. Вы прикиньте, оборзевшее создание. Отчухался и прилетел за мной. Иди-ка сюда. Так, я тут вспомнил, у меня есть кое-какая штука для тебя. Не, в натуре. Спать, я тебе сказал. Стоять. Стоять, козлина! Я тебе, козлина, такая, а? Стой, гад! Не! Промахнулся, черт побери. Не, сюда, я сказал, иди. Куда полетел? Какой... Быстренький! Попал! Черт! Не будь мне снайпером. Сюда, сюда, сюда! Рекса забубырли. Обалдеть. Рекса забубырли. Упреждение фиговое. Волки пошли все в жопу. Такс. Груп пошел в жопу. Да, транжиры, почему бы не халяву и все в таком духе. Не так-то уж тебя легко поймать, оказывается, да? Вот такой ты, да? Да, сказал идти. Вот же в натуре. Да ладно, ладно, все, я копье взял в руки. Сюда, говорю, иди. Козел. Ну что, сколько можно за тобой бегать, а? Видишь? Супостат. Так, присели и... Пли! Попал! Пли! Твою мать, как так, а? Подожди, надо меньше брать! Ах ты, козлина, наверх забрался, а? Слышь, коз... Да твою мать! Ты какого фига туда наверх забрался? Слышь, Рекс, не выёживайся. Только рискни ко мне подойти. Я тебе чё сказал, козлина? Пошёл в жопу отсюда! Я тебе сейчас устрою, кузькину мать. Ты у меня, смотри, броня босявая. Я тебя просто завалю. 70 левел, нафиг, как делать нефиг. Мясо, мясо. Черт, нафига я труп-то разобрал? А ты пошел ты в жопу, короче, пошел за птером. Да уж, что-то я прилетел на базу, смотрю, я тут ни одного фундамента не вижу. Все нафиг снесло. Какого-то фига. Еще и здесь фундаментов нету. Какого-то перепоя. Может, кто-то прилетел? Надо, короче, уже трап создавать и... Чтобы там писалось, кто что ломает. Потому что мне это нифига не нравится. Если что не так, убивать всех чертям собачьим и сносить под корень. Раз делают так плохо. И на бомжей нападают. Да! Такой вот я человек. В общем, короче, я решил так. Раз не помогают технологии пещерного человека, то помогут технологии современного человека. А это... Моментальный дротик и длинная винтовка. В натуре. Не, конечно, плазма-пушка тоже не помогает, нифига фотонной, точнее. Но это другая история. Так, что мне для этого нужно? Мне нужно... Workbench готов, ару-дарт, дарт хорошо, ару давай тоже изучим, о, крюк, крюк, окей, о, сейф тоже изучим, давай, вот это я не знаю, когда-нибудь изучится. Так, дальше, что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно его изготовить. Ас Workbench, так, слитый металл 30, кожа, ой, ёп, твою ж налево, у меня-то слитка металла жопа. У меня слитка металла жопа, жопа слитка металла у меня. Да, мне их всего 20, потому что я на седло потратил подстава. Я тут, короче, кстати, поставил, как видите, много печек, добыл металл, все дела. Поставил уже этот верстачок и увидел вот такую фигню. Рядный телепортер. Не знаю, что за фигня, но хочу использовать. Зачем я это сделал дома?
Зачем я это сделал дома? Мне страшно выходить. Я снял все, короче, специально. Ой, зачем я это сделал дома? Вот я лошара. Все, это закончилось. Это говно закончилось. Will teleport you and... в круг, короче, вас телепортил. Да. Я понял. Я понял, да. Давай еще разочек. Я понял, да, там телепортируют вас, короче, вашего динозавра и так далее. Короче, всех телепортируют, бла-бла-бла, все хорошо. Погнали. Черт побери. Я пошел за своим трайком теперь обратно. То есть я пошел за своим киллом, за своим трайком. Погнали. Несчастный случай в натуре. А, здесь как бы рисунок заполняется, типа так хоп-хоп вырисовывается. Comas Alive. Круто. И... И где я? Ну, это типа алло. Динозавров мне моих, между прочим, так и не вернуло. Наверху их нету. Так, давайте черт уже. Everything. Черт побери, я так и не понял, где я нахожусь. Ну, в смысле, где находятся мои динозавры. Черт побери, вот это подстава, реально подстава. Ну ладно, я хотя бы шмотку не... Я все снял, чтобы ничего не всрать, короче. Так, ладно. Хапаем все обратно. Вот, и уже сейчас погнали смотреть, искать, где же мои все-таки динозавры, потому что это полный обздень. Я не знаю, где это, короче, что мне... Ну, что мне делать? Там мой трайк и анкила. Да, я понимаю, простые динозавры, все дела, но, блин, они исчезли, они просто тупо исчезли. Это реально подстава. И почему я телепортнулся сюда? Не куда-то еще, именно туда. Ладно, поищем. Да, пока трайка ищу, нашел такой прайм кликатерий. Прикольный. Ну, цвет такой прикольный. А я все в поисках. Ну, как в поисках? Тут такое дело было. Я трайп создавал, я опять создавал его, сидя на птере. И создать-то я создал. Ну, вот, только проблемка в том, что я свалился с него. Ну, и, собственно, конечно же, упал, разбился. Конечно, прибежал, залутался, все нормально, хорошо, но времени потратил немало. А, собственно, трайк так найти не могу, не знаю, куда его затпехало. Я просто думал, может, куда-то наверх вот тпехнуло, мало ли, ну, не найду, поищу где-нибудь там внизу, а то в натуре. Трайк и анкила просто тпехнулись, не пойми в каком направлении, и все. Ну, собственно, и меня-то тоже тпхало. Ну, меня тпхнуло-то за дом, а здесь не пойми, что-то куда. Да. Ну, да ладно. Кстати, напишите, что это за телепорт, и что он вообще из себя представляет, для чего он нужен, и так далее. Потому что что-то как-то непонятно было, что с ним делать. Вот, такие вот дела. Ой, да ладно. Смотрите, офигеть. 20 наркобыри, простая пуля требуется всего лишь навсего. Интересно. И даже как-то непонятно на данный момент, сколько на торпоры все-таки накидывают. Реально все или же нет? Вот, ну да, фиг с ней. Винтовочку я забабахал. Трайка, как видите, я не нашел. Сейчас пойдем тестировать эту странную штуку.
Тестировать. Ну, я думаю, сразу же будем тестировать на ком-нибудь мощном. А, кстати, стоять. Ой-ой-ой-ой. Так, с... Киблы. Кибли забыл. Кибл взял. Так, ну и все, пожалуй. Ну и хватит. Так, садись. Приземлились и полетели. Будем тестировать. Я сейчас, пока все это дело летал, я думал о том, как же снимать серии. Я хотел с серии снимать один выпуск типа давление, второй выпуск постройка и так далее. Было бы прикольно. С другой стороны, я подумал, блин, если у меня фундаменты так исчезают просто тупо, а почему кому-то будет сложно прилететь и просто сломать мою постройку? Насколько это будет сложно? Да не насколько. То есть я буду пыжиться, мучиться, строиться, а человек приходит такой, ой, фу, и сломал. Вот, и поэтому я так подумал, что пока нужно в плане развития. То есть именно развиваться, ресурсы, основной дом строить и так далее. И, понятное дело, динозавров томить. Не буду я пока ни пристально ничего делать, потому что как бы я бы не хотел заняться уже этим делом, боюсь, что все мои труды будут напрасны просто-напросто. Вот, поэтому... Ну, собственно, пока что так. Так. Ну что, будем пробовать? Будем пробовать. Так, не, короче, давай-ка я сначала вот так взлечу. Я посмотрю. Ага, вот, пожалуйста, тебе и волк уже. Сюда иди. Морда мохнатая. Не, надо, короче, опять где-то скидывать его так, чтобы был по безопаске. Наверное, я сейчас сюда его скину. И если я сюда его скину, то... Как мне это самому слазить? Ну, не знаю, насколько это безопасно, но оставил его там. Так. Стоять. И... Да ладно. Вот тебе упреждение взял. Да твою же шумать, а? Слишком быстрый. Это не фотонное ружье, которое... Опаньки! Ну и как оно? Фигово, все! Тебя вообще как томить, зараза? Стоять, зараза. На тебе в натуре овца. Иди сюда. Старое копье. Лучше нового ружья. Скотина. Стой, гад. Ну вот же ублюдочная тварь, а? Он же почти приземлился. Он почти приземлился. Ну какого фига, а? Сюда лети. Будем за ним лететь. Понеслось! Я хочу его поймать. Мне на все уже насрать. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Твою мать, не попал. Стой, гад. А, черт побери, а. Да, я ударил сначала копьем, потом стрелял винтовкой, все правильно. Если я попал бы, я думаю, это бы нехило проканало, но я не попал. Я лошара. Я не попал, черт побери, а. Вау! Кошара сраная. Так, где этот скотина? За мной лети. Морда ты синяя. Кошмар. Ну что я могу сказать? Времени прошло немало.
буду тестировать заодно эти стрелы, дротики, вот намоздрячил немало, сделал композитник. Ох, времени прошло реально немало, потому что я и станок уже сделал, я чё здесь только не наделал уже. И, кстати, копье починил, да? Пришлось немало искоренить животных для кератина и цементной пасты. Плюс органический полимер набил. Фух, ну, в общем-то, все. На этом-то все. Сейчас, я думаю, уже тот, за кем я гонялся, уже давно испарился. Так что будем искать какую-нибудь новую жертву и смотреть, что это когда где. Да, как-то так. Кстати, находил Индоминус Рекса 145-го левела, альфа Индоминус Рекса, просто так, живого. И это да, это конечно да, это еще та подстава оказалась. Он находился прямо на месте ресурсов. Ну, если мимо буду пролетать, то покажу. А что тут мимо-то пролетать? Твою медь! Он мимо пролетает. Ох ты ж, ёптель-моптель. Он уже сюда спустился, прикиньте. Это другой Индоминус, это 120-й. Твою мать, он такими темпами до моей базы доберется. Офигеть. Мимо буду пролетать, ага. Это он мимо пролетал. Но тут, благо он не это, не затачил меня. А то мне кирдык был бы. Просто бы заваншотил. Ладно. О, полетел я дальше. Куда-нибудь туда за перевал пойду. Поищу там. Кошмар. О, блин. Сраного туча змей и сраного туча спинозавров. Да, такие вот дела. Реально сраного туча. Здесь реально можно стоять и просто тебе кристаллы, Харвест кристаллы будут накидываться сами. А потому что они друг друга убивают, и Харвест кристаллы накидываются в радиусе. А я все летаю, ищу кого-нибудь. Индоминус Рексов повстречал, Пойсон этих, Альфа и Пойсон этих носорогов повстречал. Ну, в общем, летаю, ищу. О, еще два спина. Да уж, проблемка на этом сервере. Помните, на Анунаке была проблемка со змеями? Так вот, тут проблемка со спинозаврами. Да уж, полное болото спинозавров. Цветных спинозавров. Да уж. А, ну так я же ничего не рассказал-то. В общем, в поисках хотя бы одного Аргентависа, не Прайма, я облетел все. Я облетел и у себя там внизу, увидел только тонну Аргентависа, которых нужно зачистить, чтобы заспавнились. Но, к сожалению, у меня 4 часа ночи, а времени нету. Облетел зиму, ни черта не нашел, много нового увидел и... поймал себе на мысли, что черт побери, мне походу дело легче будет. Ой, там верно летит. Мне легче будет Аргентависа в альфа вырастить, нежели поймать какого-нибудь скоростного Аргентависа и все в таком духе. Ну и поймал себе на мысли то, что все-таки Кецаль куда будет лучше для перевозки, нежели Аргентавис. Даже если Аргентавис и сможет таскать Анкилу, то Кецаль все-таки это платформа. Вот, поэтому я решил полететь в Секвою и там уже поискать нужного мне Птера, а именно зеленого. Пойсон Птера, чтобы я смог и Аргентависа поймать, и Кецаля поймать в свое время и так далее. Вот, поэтому как бы вот такие вот дела. Лечу туда в поисках нужного. И надеюсь, что я все-таки найду его, потому что это полный кабздень. 4 часа ночи, а я не могу ничего найти, блин.
А, кстати, я как понял, от Зака, походу, дело на сервер не пускает, так как там в том районе боссов понавызывали, типа варденов и что-то типа того, короче. И его, походу, дело не пускает, потому что чифов, то есть, когда вызывают чифов, там такая проблемка, крашится пока что игра, ну, как говорится, это разрабы накосячили, вот, и, как говорится, не без проблем, то есть без проблем жить это очень плохо, а с проблемами хорошо, но, в общем, суть в том, что, по ходу дела, его из-за этого и не пускает на сервер, вот, я, честно, так и не понял, нужно... Это хотя бы администратору написать тогда, что да, когда, где. Кстати, вот там это притомленный, блин, птерчик. Я тоже сначала понадеялся, что это. О, птер, прикольно. Вот, нужно либо администратору написать, либо тогда в комментариях распиши, что да, когда, где, чтобы я уже более конкретно понял, в чем проблема, и уже тогда администратор написал, чтобы мы хоть как-то состыковались и спасли тебя на своем вот так. Вот. Кстати, здесь очень много Карна, Террорберт и Мишаник, Альфачей. Так что тут прикольно. Но мне нужны птерчики зеленые. Кстати, я задумался, в каком-нибудь из сезонов, чтобы... Это Карна приземлился. В каком-нибудь из сезонов, чтобы поселиться именно в Секвое. Почему именно в Секвое? Да, здесь опасно, да, здесь тяжело. Ну, черт убери, просто сидишь в тишине и слушаешь птичек. Вот сейчас сделайте погромче, я специально не буду говорить, и вы услышите этих самых птичек, и это классно. В общем, если вы слышали, то это хорошо. Ну, а я полетел дальше. Так, ну, ядовитого я нашел. Вот хорошо. Остается только узнать, вот это вот Додо Мишаня, он агрессор или нет в дикой природе? Ты кто? Прайм. Прикольно. А фиолетовый тогда Мишаня у вас кто? Вот это, короче, вообще вопрос дня. Ой, это тут еще... Так сказать, не сильно-то и безопасно. Да, уж надо где-то перчиком его припарковать, однако. Он добавлен, спит, кристалл. Давай-ка сделаем вот так вот. Так вот. Опаньки! Агрессор? А, так это простой мишень. Простой мишень-то не агрессор. Так, а ну хотя, если был бы ты агрессор, я думаю, ты бы нападал бы на всех подряд, да? Так-то. Вот как Карнач, да? Ну ты же Мишаня, ты же Мишаня. Мишаня просто так не обидит. Мишаня же хороший, он просто так никого не обидит. Он может сучить так, сгоряча, но просто так он никого не обидит, и это хорошо. А вот... С тем придется расправиться, как вариант. 130 левел, блин, я боюсь, даже с моими усилиями не получится расправиться с ним. Так как я не знаю, сколько он дамажит и так далее. Ну, Мишаня добрый, но не будем рисковать и ставить Тера прямо у него под носом, да? Так, на всякий случай. А, черт побери, надо где-то Тера припарковать. Короче, ничего умнее не придумал. Так, погнали. Копье это хорошо, но я хочу сразу с композитника в него стрельнуть. А, черт побери, какой композитник. Я забыл эти забрать. Киблы забыл забрать. Нифига себе. Вот я бы сейчас бы стартанул. Так, давай я сюда приземлим. Оп. Отлично. Ай, ты ж больно-то как, а? Ну хорош, твою мать, ты козел! Приземлись сюда уже! Давай, на место! Алло? Вас ограбили. Слышь? Так, стоять.
Где эта тварина? Да твою мать, ты оружие возьми! На тебе, скотин, я тебе сейчас ограблю меня. Ты встал, вернул? Козлина. Нас ограбили. Я вообще думал, меня сейчас змея завалит, однако. Судя по звукам, как будто у меня змея сейчас собралась валить. Ох, я больше этого пересрался. Ладно, короче, пошел его искать. Такс, раз. Твою мать, не попал! Стоп! Стоп! А, черт! Я думал, он уснул уже, если честно. Вот честно, я думал, он уснул. Он так стоял спокойно. Я думал, он уснул. А, черт побери, а. Это подстава. Сраная подстава. А ведь почти получилось. Я думал, второй раз я бы попал, было бы самое оно. Но, к сожалению, я затупил. И все. И опять я мучаюсь. О, черт побери. Да что за идиотизм, мам? Я по своему птеру попал. Случайно зацепил его. Он теперь дрыхнет. И смотрите, в чем прикол. Опаньки! Он даже в таком состоянии летает. Ну, по крайней мере, пока он у меня призван, он будет в таком состоянии летать. Не знаю, надолго ли, но... Но летает. Ой, вот этого мне только еще не хватало. А в того я так и не могу попасть. Один раз попадаю, второй раз он улетает уже. Это полный кобздень. Ну, кстати, и такого птира нельзя никак не отцепить. То есть, если бы он был привязан к тебе, тогда, когда его оглушили, то он так и будет привязанным бегать. И это прикольно, если честно. Да, конечно, выглядит глупо, но зато ваш птерчик или кто там... так сказать, из летунов, по крайней мере, на летунах это точно канает, ну, на птере это точно, вот, ваш летун будет всегда с вами. Блин, я не могу, ничего сделать. Так, ладно, у меня сейчас другая идея, все-таки надо попробовать балласт, мало ли проканает, вдруг это все-таки на Ануаке не канает, а здесь это канает, типа, балласом поймать птерчика, получится или нет. Так, стой, зараза. Ты уже налетался сегодня, блин. Такс, балас. Изучил балас специально для такого случая. Будем смотреть, что да когда где. Проканает или же нет. Так, ой, блин, лишнее выкинул. Ну ладно, фиг с ним, короче. Такс. Будем пробовать. Да ладно, ловится. Твою мать, ты ловишься? Я уж не стал записывать, думаю, еще запишу фейл какой-нибудь. Офигеть! Он ловится! Спать нафиг! 3 дротика! Так, никого нету? 4 дротика! Офигеть! Он ловится! 5! Слышь, алё, блин! Рожь, давай уже! Спать нафиг! 6 дротиков! Слышь, как тебе... Стой, гад! 6 дротиков я тебя в тварину запустил, прикиньте! 6 дротиков, там, конечно, 130-й, да, не спорю, левел-то большой. Ну, блин, 6 дротиков-то запустить, это тоже не хухрученьки. Слышь, слоняра, блин, долбанная. Вот тебе и птер называется. Слон, блин, слоном. Ну, кстати, 130-й, а не 110-й, как тот, который у меня... за которым я охотился все это время. Давай, давай, давай. Приземляйся на землю уже и давай, закончим все это дело. И... уже серия, нифига себе, серия уже сейчас будет. Такс. Твою мать, переломал себе все кости. Если бы карнач ко мне бы не подошел. Да пошел ты! Все, короче, кран ты птерчику. Чувак, сорян, я тебя подставил. Не-не-не-не-не-не-не, все, чувак, валим отсюда. Валим, нафиг, все, валим, короче. Не наш сегодня день, ну все, в баню. Все. Не наш сегодня день. Пошло все в жопу. Ладно, самое главное, я уже знаю, что да когда где, и сам потом поймаю. Ну, в баню. О, на стриме будем, короче, ловить. Ну и все в жопу. Фу. Задолбался. Кстати, да, стримчик, наверное, я 1-го числа запущу.
1 числа вечером, так что ждите, ждите, ждите. Вот, на стрим, короче, будем ловить. Ну и все, в баню, короче, устал. Все, народ, все. Не получается у меня по-нормальному поймать, но зато теперь знаем, что балас ловит. Все хорошо, все замечательно. И на стриме, короче, будем и ловить, и не только птеров. Все, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, делиться своим мнением в комментариях. Это, конечно, самое главное. Вот, но делиться видео с своими друзьями тоже не помешает. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Вот такая дебильная долгая серия была, в которой я ни черташеньки не сделал, но зато очень много чего узнал. Все, особенно в самом конце такой прям конструктивчик прилетел. Все, всем удачи и всем пока.